неверный знак. Я узнал случайно. Нужно пальцы сделать так. Только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Пылесос. И зачем убирать игрушки? Их же потом все равно обратно доставать. И не говори. Дим Димыч, если ты все убрал, иди обедать. Иду! Нолик, подождешь? И это называется убрал. Приятного аппетита! Спасибо! Смотри, меня не проглоти! А? Я фиксиков не ем! Это мам пылесосить начала. Удивительно. А как так получается, что пылесос пыль всасывает, а обратно не высасывает? Ничего удивительного. Нам в школе фиксиков это еще в третьем классе объясняли. Пылесос можно описать просто. Это вентилятор с очком. Вентилятор гонит воздух вместе с пылью и мусором. Если на пути этого потока поставить сачок, то он будет задерживать все, что находится в воздухе. Остается добавить трубу, и получается пылесос. Только вместо сачка в нем используют специальные мешочки, в которых скапливается пыль. Слушай, Симка, а Нолик может засосать пылесосом? А он что, там остался? Дим Димыч, что случилось? Мам, я сам допылесосил. Шу-сю. Ну ладно. Пойду мыть посуду. Нолик! 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 Нам нужна срочная помощь! Мася! Мася! Нолика в пылесос засосала! Не может быть! Он туда не пролезет! В этот пылесос, а в большой, человеческий. Какой кошмар! Нолик, он может задохнуться! Скорее! И страшно вредная. Пыль — это коварный враг. Она такая маленькая, такая незаметная. Но если пыль пробралась внутрь прибора, тут жди беды. Она мешает крутиться шестеренкам. Из-за нее приборы перегреваются. А если пыль засорит электрические контакты, то может даже произойти короткое замыкание и пожар. Нам, фиксикам, приходится постоянно чистить приборы от пыли изнутри. А ведь у многих из нас на пыль аллергия. Эх, если бы люди почаще убирали пыль, хотя бы снаружи, насколько проще было бы нам работать. Да и техника ломалась бы реже. Ну как вы там? Нашли? Нет! Это я во всем виноват!
Меня мама просила убрать игрушки, а я решил потом. Это из-за меня его засосало. Нолик! Я уже изменился и пообещал игрушки за собой убирать. А ты это? Чё чихаешь? Это я за компанию. Чтоб вам не так обидно было. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.